12 декабря, в День Конституции, по поручению президента во всех государственных структурах и органах власти прошел Всероссийский день приема граждан. А недели раньше руководители местной исполнительной власти, глава района и поселения Некрасовское провели прямую линию с читателями газеты «Районные будни». О чем спрашивали некрасовцы Николая Владимировича и Владимира Александровича, узнаем из нашего первого репортажа. Алло, алло, Зинаида Андреевна. Да, здравствуйте, прошу прощения. Деревня-то Котлова, правильно? Да, мы договорились следующим образом, что староста деревни Тихонова Галина Борисовна на меня выйдет, и мы с ней проговорим еще разочек. Я приеду туда, посмотрим, и постараемся с колодцем вопрос решить. Ну и, соответственно, по освещению. Хорошо? Уличное освещение, кстати, больная проблема многих сел и деревень. Глава заметил, что жалобы по этому вопросу поступают к нему с обоих волжских берегов. И в настоящее время администрация активно сотрудничает с энергетиками, чтобы как можно более эффективно решить проблему. В деревне Котлова не хватает воды, а у жителей многоквартирных домов на кооперативной улице райцентра проблема с водоотведением. Поселок Некрасовская, улица Кооперативная, но это... так скажем, стародавняя проблема у нас с водоотведением, то, что под домами находятся выгребные ямы, действительно проблема очень важная. Надо заниматься и надо делать проекты и заниматься строительством канализационных сетей. Много вопросов поступило в прямую линию и по поводу газификации. Люди хотели из первых уст руководителей узнать о своих перспективах на подключение к природному газу. По Некрасовскому у нас два основных направления по газификации. Это улица Первомайская. И мы всю проектно-сметную документацию завершим. И надеюсь, что следующий год, как раз у нас там есть определенная сумма средств программных, мы эту работу по газификации начнем. И вторая улица... это улица Заречная, набережная Заречная. Значительная часть вопросов была посвящена дорогам. Жители разных населенных пунктов озвучивали руководителям свои проблемы, связанные с отсутствием общественного транспорта, пожарных водоемов, аварийным состоянием жилья. Александра Феофановна Гладкая, жительница Дома ветеранов, лично заглянула в редакцию, чтобы обратить внимание главы поселения на состояние пустыря, расположенного рядом с домом, на задворках магазинов между улицами Строителей и Большесольской. Как пояснил Владимир Александрович Лосев, эта муниципальная земля уже давно распределена под застройку. Земля хорошая, место хорошее, перспективно, надо застраивать его. Здесь резерв есть, вот подсадик, который планировали начать строиться, большой кусок. Наверное, половина этого пустыря всего выделена здесь, насколько я помню, значит, давно еще нотариусу по строительству нотариальной конторы. Вот, и практически площади такой вот бесхозной здесь мало. Но я с вами согласен, надо осваивать его побыстрее. Да хотя бы скосили. Большинство обращений касались застарелых и давно известных главам проблем. Но все они были взяты на карандаш, чтобы еще раз проработать варианты решения даже там, где сдвинуть дело с мертвой точки пока не получается. Людям в сельской местности живется трудно, и власть видит свою задачу в том, чтобы помочь сделать будни некрасовцев хоть немного более комфортными.